Слуцк в этом году присоединился к экологической акции «Всемирный день без автомобиля». В этот день проходят мероприятия, главная цель которых – напоминание о важности сокращения выбросов в атмосферу, значительная часть которых поступает от автомобилей, а также донести до автовладельцев идею альтернативных способов передвижения по городу. День без автомобиля нужен не только для того, чтобы выразить свою озабоченность экологией городов или же проблемами городской инфраструктуры. Этот день дает нам возможность по-другому посмотреть на свой ежедневный распорядок. Автомобиль, незаменимый для дальних поездок, может оказаться не так уж и нужен для простого похода в магазин или чтобы добраться до работы. Беларусь впервые приняла участие в акции в 2008 году, и уже 84 города страны участвуют в ежегодной инициативе. Велопробег по улицам города – традиционный элемент дня без автомобиля. Сегодня, 22 сентября, как и во всей Беларуси, проходит масштабная акция «Международный день без автомобиля». Данная акция, как и говорила наша ведущая, не только экологическая, но также обратить внимание на проблемы инфраструктуры, потому что машин стало больше, а дорог стало, не поменялось. Поэтому простое увеличение количества проезжей части не дает тех результатов, которые необходимы, чтобы быстро перемещаться с комфортом с одной точки города в другую. И сегодня мы своим велопробегом хотим показать, что велосипед – это лучшая альтернатива автомобилю. За центром детского творчества обустроили территорию активностей. Развлечения для детей и взрослых предлагали учреждения дополнительного образования, физкультурно-спортивный клуб Слуцкого района, армрестлинг, шуточная полоса препятствий, фитнес и многое другое. Спорт, музыка, хорошее настроение – это точно полезно для здоровья, как и передвижение пешком или на велосипеде. Впечатление самое хорошее. Погода нас порадовала. Ни жарко, ни холодно. С нами даже и дети катались на велопробеге. Поэтому рад, что в Слуцке впервые прошел такой масштабный флешмоб, посвященный Дню без автомобиля. Автомобиль – это не панацея. Кроме автомобилей есть другие виды мобильности, то есть в смысле легкого автомобиля. Есть общественный транспорт, есть самокаты, есть велосипеды. И в конце концов можно и пешком ходить. Для примера, вот сам недавно сел на велосипед после 25-летнего перерыва и убедился, что на машине через центр города ехать сейчас пик, что на велосипеде по времени одинаково. Вот я проживаю почти в центре города, а работаю на Чехова. На машине 15 минут и на велосипеде 15 минут. Поэтому всех, призываю, когда наступят теплые денечки, поставить машинки и ездить на работу на велосипедах, на самокатах, на другом мобильности, но только не автомобиле. В Слуцке числится более 30 тысяч личного транспорта, не считая государственного. При сжигании 1 литра бензина расходуется 200 литров кислорода. Такого количества достаточно одному человеку на сутки. Поэтому если сегодня хотя бы каждый десятый оставил свою машину, посмотрите, сколько у нас осталось чистого воздуха. Хорошо, правой ногой шаг назад. Колени внутрь, не за вальвом. Колено чуть наружу, продолжаем.